Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Зиккурат. И это у нас, судя по всему, последний этаж, финальный. Я даже как-то удивлен, я думал, что здесь будет этих этажей довольно много. Я что-то не особо вижу разницу между этими посохами, но окей. Допустим. Так, но мы все-таки добрались до сюда, но мне кажется, что это будет... так сложно здесь, что я не знаю. Ладно. Я что-то сейчас мечусь, не знаю, куда идти. Кругом так страшно. Ладно, идем сюда. Невидимые враги и просевшие FPS. Твою ж дивизию. Сильно, серьезно просевший. Тихо. По крайней мере, враги не трудные, обычные скелетики. Их можно даже обычно... тихо. Ай, зараза. Мы должны вылечиться. Обязательно. Перед главным боссом мы должны вылечиться. И не дать себя убить. Представляете, если бы не только враги были бы невидимы, а еще и их атаки. Вот тогда было бы круто. Ау! Оу! Зараза, я бегаю боком, потому что когда я смотрю в ту сторону, FPS проседает сильно. Я не знаю почему. Если я выключу запись, все будет хорошо. Вот видите, сейчас-то нормально. Относительно, конечно. Чтоб ты сыром срал, ублюдок. Знаете, я смотрю, что этот посох тупо мощнее. Тупо мощнее, чем предыдущий. Так, высокие ставки. Сыграть на жизнь с жнецом. При победе вы... ваше здоровье и мана заполнится. Иначе ваш максимум здоровья уменьшится на 25%. Да, будь тебя в баню. Я возьму бдительность. Сейчас я не в том положении, чтобы рисковать. Потому что если я проиграю, то буду начинать все заново. Черт. Но здесь-то тоже я буду сейчас рисковать, да, если я сейчас предложу ману и предложу здоровье. Черт. Давайте ману предложим, чтобы чушь там. Резерв маны увеличен. Это просто замечательно. И даже вот так сделаем. Так, ну это будет слишком много. Еще и непонятно, что он сделает. Сделает там хорошо или сделает плохо, хрен его знает. Поэтому давайте не будем, наверное, рисковать. И пойдем лучше дальше, потому что мы, в принципе, и так неплохо справляемся, мне кажется. Главное, чтобы не лагало. В остальном... я думаю, можно справиться. Черт, только не эти враги, нет. Я не могу их снаряды отбивать, я могу только уворачиваться от такого. Ай, 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 ай. Ха-ха-ха. Ублюдки. Я вижу лечение. Где это было? Исчезло. Твою мать. Благо, хоть не коцаю там на, не знаю... на миллион хп, так по чуть-чуть. Так, при... ой, припасем немножко это снаряд алхимии. И опять-таки, обратите внимание, несмотря на то, что у нас было проклятие... да, все нормально. Несмотря на то, что у нас было проклятие того, что у нас будет падать меньше лечения, оно все равно падает часто. Как по мне. Так, давайте сюда сходим. Вот сюда. Каждый раз, когда я подхожу к этой комнате, гремит гром. Мне даже как-то стрёмно в нее заходить. Ну ладно, погнали. Тут даже ничего такого, просто
просто миньоны. Просто миньоны с мечами, ладно. Я думаю, их можно даже всех вот так перебить. Главное, чтобы сзади никто не побежал. Вот тот пистолет, от которого я отказался, в пользу гранат. Ай, ублюдок. На самом деле, мог бы, наверное, пригодиться все-таки. Но я не уверен. Ай, 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 ай. Ублюдки появляются прямо за спиной. Весь прикол в том, что он просто может стрелять. Хорошо. Вот это мне нужно. Ай. Весь прикол в том, что он может стрелять там в раз... Идиот. В разброс. То есть он правой кнопкой, когда стреляете, он... А! Исчезла. Зараза. То он стреляет, не знаю, там, по-моему, 6 снарядами, и это довольно круто. Боевой глич. Восстановление здоровья в начале каждого боя. Камнеманы дают вам больше магической энергии. Нет, вот это вот мне сейчас больше всего надо. Здоровье. Здоровье, черт побери, не купишь здесь. Как бы это не звучало. Так. Опять-таки стрёмная комната. Так, ну хорошо, поехали. Просто бегаем и уворачиваемся, как... Как боги. И только так мы сможем выжить. Вот эту страну нужно убивать сразу же. Куда побежал, ублюдок? Умри. Ты посмотри. Блин, вот эта магия с черепками, она просто великолепна. Просто великолепна просто тем, что она самонаводящаяся. Катастрофа. Вы только гляньте, что здесь... Наплевали, капец. Посмотри, еще один. Задница. Тихо. Убью его вот этим. Я слышал тебя, гребаный фламинго, как ты меня тут рыснулся за спиной. Так, на самом деле, хреново то, что я не мог собирать все это дело, выпадающее с них. Бегаю вот так вот кругами. Так, я чуть себя не взорвал, потому что я не... Если бы я кинул чуть-чуть позже этот черепок, он взорвался прямо передо мной. Хватай! Да помрите вы уже, сраные личи. Я вас убиваю, убиваю, вас все меньше не становится. Как было 3, так и осталось 3. Да ты посмотри. Вообще. Полное здоровье, полная мана. Живем? Я считаю, что получилось чрезвычайно хорошо и удачно. Хотелось бы, конечно, пойти и попробовать дать, сколько там требуется, 60 с чем-то жизней, да, для того, чтобы получить дар или что-то в этом роде. Но я чертовски боюсь, что мне дадут не дар, а какое-нибудь проклятие, которое фатально скажется на последующем прохождении этой миссии, так сказать. Это же, учитывая, что это финальный этаж, здесь явно будет жесткий босс. Ого, ты смотри. Ай! А! Черт. Больно. Уть! Еще бы чуть-чуть.
Я бы опять наколол бы себе зад. То есть я должен вот... Охереть. Честно говоря... Так. Уйди! О, да, отлично! Фу. Блин, и все, что мне не нужно, вот это вот, что это такое? Ученый, ко мне дают вам больше опыта, ну хотя бы так. Вот это могли бы, я не знаю, ну что-нибудь другое дать. Разок коснуло. Причем, обратите внимание, коснуло довольно серьезно. Так, это жесткая лагающая комната. Попадаются здесь такие комнаты. Помните, я уже говорил, что я из-за одной такой комнатки останавливал запись, потому что она просто безбожно лагала. Но сейчас тут не угадаешь. Тем более, если бы я сейчас остановил бы, продолжил бы я опять-таки с места, на котором закончил бы. Это было бы не круто. Я надеюсь, это все больше не вылезет. Хорошо. Не вылезет. Вылезло еще и как? Еще и столько же. Скоты. Так, это последний, отлично. 274 здоровья у нас максимум. Хотя вот это... Не, ну ладно. Не очень-то и хотелось. Так, узкая комнатка, но скорее всего врагов будет немного. Поехали. Эть, но враги... Самые лучшие попались, конечно. Могло бы больше повезти. Блин. Но опыт с такими врагами есть. Конечно же. Сейчас мне очень повезло, что я запрыгнул там на какой-то бордюрчик случайно. Фух. Так, здоровья валится много, оно нахер уже не нужно. А! Вы видите, где я остановился? Я остановился прямо на ловушке. Сейчас, выходя из меню, я очень быстро прыгаю. Уть! Фу. Опа. Так, вижу. Отлично. Класс. Перед каждым боем у нас уже довольно серьезно здоровье восстанавливается. Red Invasion. Tower Defense, выпущенный в 2012 году. Созданная с нуля управления на основе геймпада, вышла очень хорошим. А в игру что-то там бла-бла. Ладно. У них постоянно, когда я замечаю, когда я нахожу такие штучки, где они пишут о своей игре, у них постоянно что-то там... Такая-то игра бла-бла, но что-то там бла-бла. То есть, игра получилась с одной стороны хорошая, с другой стороны не очень. Ау! Охереть. Схожу сюда лучше для начала. О-о-о, все. Вот наш финальный босс. Знаете, даже если я здесь погибну, я, наверное, все равно выложу эту серию. Так, я хочу обойти все до конца. Отлично. Великолепно. Так, я все равно обойду здесь все до конца. Может быть, я смогу прокачаться. Чуть-чуть. Ай. Ай.
Ёлки зеленые, сколько их здесь? Да, бомбу я использую уже поздно, я думаю. Вот опыт. Забираем, потому что он исчезнет. А выпало его реально много. Тут где-то было здоровье, которое уже исчезло. Блин. Ладно. А зато опыт есть. Прыгаем. Идеальный тайминг. Этот клубень божественного происхождения тысячелетиями считался основным растением в производстве зелий и лечебных эссенций. В наши дни, благодаря простому выращиванию и приготовлению при помощи волшебного жезла, она стала любимой едой волшебников, скрытых в зиккурате. Благодаря ей они могут заглушить рычание желудков на еще один день. Опыт. Отлично, за это дают опыт. Вот это, замечательно. Как раз то, что надо. Чуть-чуть поднять себе здоровье перед... Прыгаем финальным боссом. Черт. Так, херово. Где обелиск? Он один, что ли? Блин, это нельзя сломать. Ух-ху-ху-ху. Как-то вас слишком много. Вряд ли он здесь один. Так. Вот еще один. Отлично. Просто пристрелил его. Из него выпало что-то столько всего. И все, что мне не нужно. По большей степени. А там уже просто беснуются орды. Я даже не знаю, как туда лучше будет пройти. А! Зараза. Ого. Капец. Вот так. И уничтожу его, я надеюсь. Ай, блин. Главное не забывать бегать влево-вправо в нужный, черт возьми, момент. Слишком много дерьма летает. Цепляет очень неплохо. Ай, блин, чтоб тебя... Нужно это делать очень-очень-очень-очень аккуратно. Нельзя дать себя убить на финальном, блин, месте. Ну понятно, там еще этот жесткий. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, хватай! Слишком много всего, нельзя упускать. Ау! Уть! Попал? Вошло? Самое отстойное, что в них нужно попадать, когда они открываются. Я уже пробовал попадать в них в другой момент, но она не работает. Блин, тупиковая локация, я за нее ни хера не получу, походу. Отлично, попадание. Лечение. Ни в коем случае не упускать лечение. Да сдохнешь ты сегодня уже, а? Наконец-то! Задрал. Блин, локация ни о чем. Здесь просто ничего нет.
Я просто пришел и слился здесь чуть-чуть. Ну, благо, что хоть чуть-чуть. Да, даже секретных комнат никаких нет. Ну ладно. Так, куда у нас еще есть ход? Вот сюда, да? Прыгай! Я даже... Ой, извините, я даже не понял. Попал он... в смысле, успел он выстрелить или нет? О-о-о. Что-то мне подсказывает, что я здесь настрадаюсь. Я рад, что, по крайней мере, здесь нету... Я не смог запрыгнуть, черт! Что не появляются никакие эти самые... Как, ну, мы в прошлой серии, помните, убивали каких-то, которые стреляют какой-то кровью или чем-то в этом роде. Ох, сколько здесь всего. А, ха-ха, черт. Для гранаты это дело. Явно. Просто, просто бомба, охереть. Да ты посмотри на эту заразу. Фух, хорошая комната оказалась, на самом-то деле. Смогли прокачаться и вылечиться. С большой заклинанием увеличить запасы маны. Заклинание восстановить здоровье при разрушении вещей. Увеличить запасы маны. Вот сейчас вот будет неплохо. Потому что я почти уверен, что если мы все разрушим на локации с боссом... Я думаю, что не так просто много вещей, которые можно будет разрушить. Только жезл. Твою мать. Но зато у него увеличен урон у этого жезла. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, черт. А, ну да, у нас же еще повышенная защита. Вроде бы как. В ближнем бою, да? Этот ублюдок вызывает мандрагор, ты посмотри на него. Кроме всего прочего. Так, я, кажется, вижу секреточку, нет? Нет. Жаль. Я думал, что вот эта секреточка. Хорошо, мы обошли все здесь локации, у нас почти полное здоровье. Единственное, что у нас осталось, это босс. Если мы его пройдем, то я думаю, что мы с этой игрой на этом и закончим. Знаете, ну, можно было бы еще пооткрывать остальных. Ну, я на них, конечно, взгляну, я покажу вам, кто там открылся, и сам посмотрю. Но просто я, честно говоря, хотел бы приступить к Titan Souls. Зиккурат такое, в принципе, прикольная игра. Но я не хочу в ней прямо все вылизывать, то есть находить все там, не знаю, изучать ее вдоль и поперек. Такая, чисто для расслабленного. Titan Souls я хотел бы уже познать полностью. Ну или как, там вроде бы в основном боссы. Вот я бы хотел бы с ними посражаться. Но для этого нам надо убить экзаменатора Зефея. И это явно будет охереть как сложно. Ай. Так, вот с этим надо... Это надо просто вовремя прыгать. Сейчас он будет кого-то вызывать, я почти в этом уверен. Посмотрите, он пробивает даже сквозь эти самые. Ублюдок. Вызвал. Охереть, палится отовсюду просто. Швыряется, вызывает. Катастрофа. А
отовсюду стреляет. И понизу, и поверху. Ау! Круто! Но уже половины здоровья у него нет, правда. А у меня еще есть моя любимая магия. Ай. Вызвал кровавого. Так, где ж ты, ублюдок-то? Скрываешься. Ау. Хорошо, что с ним хоть не лагает. Ай-яй-яй, бежим быстро, быстро убегаем. Я не хочу убивать этих миньонов, потому что... Чёрт! Я не хочу на них отвлекаться. Летит, а? Так, мысль. Давай. Есть! Фу. Экзаменатор, гордо увидев ваше мастерство тайной магии, готов завершить вашу пригодность остальным членам совета. Для этого он передает вам свиток, скрепленный золотым воском, который позволит вам покинуть декурат. Вы должны прочесть его перед остальными членами гильдии для завершения испытания. Братья Дедалон с нетерпением ожидают возвращения учеников. Ваш силуэт первым появляется в портале. Все замирают от восхищения и замешательства. Сам факт того, что кто-то выбрался живым, достоин празднества. Время тишины прошло, братья склоняются в креслах, ожидая слышать ваши слова. Вы неуверенно прочищаете горло, время пришло. Вы медленно разворачиваете свиток и готовитесь прочесть его содержание, чтобы узаконить свой вход во внутренний круг Ордена. Дрожащим голосом вы начинаете читать свиток. Древний текст трепещет в ваших ушах, оживая на ваших изумленных глазах и загораясь красным светом при произношении. Вы ощущаете легкое покалывание, когда все ваше тело начинает подниматься с земли. Вы чувствуете поток волшебной энергии, проходящий через вас, лечащий раненое тело, испугающий измученный разум своим сияющим блеском. Внезапно вы чувствуете, как ваше тело теряет вес, становясь чистой магией, растворяясь в таинственном потоке, образуя его часть. Ваша грудь часто вздымается от взрывного потока маны. Теперь вы чувствуете силу внутри себя намного ярче, более ясно. Вся сила образца теперь течет по вашим венам. Вы чувствуете невероятную силу. Теперь вы нашли умиротворение. Когда вы наконец открываете глаза, ноги возвращаются на землю, вы видите остальных братьев без масок, празднующих вашу победу. Можешь гордиться, юный ученик, ты справился. Теперь ты брат Дедалон. Вот и все. Поздравляю вас! Мы прошли этот зиккурат, мы сдали этот гребаный экзамен. И как награду получили место в братьях Дедалон, в самых великих магах этого места. И я так понимаю, что нашей задачей теперь будет защита этих земель от вот этих засранцев, которые вводятся в зиккурате. И, конечно же, поиск новых членов, я так понимаю. То есть, будем принимать экзамен у таких же, как мы. В общем, такая вот игра, довольно-таки хардкорненькая. Жалко, что нельзя было сразу играть на тяжелом уровне сложности. Я, честно говоря, не хочу ее переигрывать, потому что она такая, ну... Для расслабона, что ли. Для меня она для расслабона. Может, для кого-то она для... Не знаю, сложная очень. Но мне нормально, мне такое нравится. И это хорошо. Но я не хочу в нее еще раз переигрывать. Я хочу приступить к новым хардкорным игрушечкам по типу Titan Souls'а. В общем, надеюсь, вам понравилось. И, кстати говоря, давайте-ка мы, знаете, перед тем, как закончим, давайте мы посмотрим, что у нас открылось. Миллион, почти 2 миллиона собрали. Время 82 минуты. Мы открыли Сеймона. Арго. Новые режимы для Арго. Случайный навык. Настойчивость.
выпавшие предметы лежат дольше до исчезновения. Торговец. Посох Скоробея. Ядовитый амулет. Отлично. Ну-ка. Теперь мы, наверное, можем играть на тяжелом, да? Так, крас. Отлично владеть жезлом. Меньше запас маны других видов магии. Сеймон заключил сделку с дьяволом. Истинный мастер трех основных магических школ с очень хрупким здоровьем. И все? Это все, что я открыл? Да ну нафиг. Как видите, этого персонажа убить 40 шаманов. Убил 15, да? Нанести 35 тысяч урона. Нанесено было 15 тысяч, почти 16. Нанести 15 тысяч урона посохами. Нанесено почти 12. Ну понятно. Хорошо, ладно, давайте на этом мы закончим с этой игрой и приступим к другим, я думаю, чуть более интересным, чем эта игрушечка. В общем, надеюсь, вам понравилось. Все, всем пока, удачи!